хорошо, прощаю, садись на свое место. Так, осталось подождать еще одного человека, и все готово будет. А ты пока садись, а то сейчас придет один человек еще. Так, ждем еще одного мальчика. Так, я так больше не могу. Почему вы все опаздываете сегодня? Сегодняшнего дня всем опоздавшим я ставлю двойки. Кроме Киры, вот нашей сладенькой, нашей сладенькой Белоснежки, то есть Бель-снежинки, и кроме Зайки и Ани. Вот им всем я ставлю пятерки, потому что они хотя бы вовремя пришли и извинились. А вы, два пацана, вот ты, черный, пришел самый последний. Пришла вот самая первая Бани, но я ставлю пока только вам двойки, потому что вы часто у нас что-то плохое делаете. Все, вам двойки. Точно двойки, отвечаю. Пожалуйста, извините за опоздание. Я обещаю, больше опаздывать не буду. Я почитал, что у нас в дневнике завтра будет, и первый урок у нас учебник математики, так что я уже его взял. Сори, но мне теперь читать надо. Хорошо, на этот раз всех прощаю. Кроме вот этих двух пацанов, им двойки. На перемене в коридоре. Надо было носить тебе белый, потому что он тебе очень идет. Ты поправишься. Так, а вот это я сейчас дам таблеточку. Эй, эй, кто здесь? Почему так темно? У меня что-то повязка на глазах. Стой, не снимай ее. Почему? Это какой-то сюрприз? Нет, тебя избили, и у тебя было очень много крови на лице. Поэтому мы перебинтовали тебе. Я хотела бы расти врачом, поэтому все закончится очень быстро. Спасибо большое. Вы, наверное, хотите спросить, а что стало с Кариной и где ее подруга? А вы сейчас узнаете. Спустя 5 лет все изменилось, и у нее изменились глаза. Она сидит одна в тюрьме, но где ее подруга? Ее подругу выписали, потому что она была опаснее. Они рассказали, что про ее дочь. Но они сказали, что синенькая никогда никому не причиняла боль. Другие родители вот этой Полли сказали, что она никогда никому не причиняла боли. Но я не знала, что моя Полли сделает так, поэтому я забираю ее из тюрьмы. Полли забрали и наругали, и поэтому произошел ужасный случай. Ее отдали в детдом и закрыли в подвале, потому что она была для всех опасна. Ее нашла одна девочка, то есть 3 девочки. Это было 3 близняшки. У них была особенность. Они были прям одинаковыми. У них всех были красные, темно-красные глаза и уши черного цвета. Поэтому они схватили ее за шею, подняли вверх, связали, а потом взяли, кто-то взял бензопилу, кто-то топор, а кто-то нож, и начали ее рубить. Потом они с удовольствием ее съели. Да, вот такая история. Поэтому сейчас полиция работает над тем, что делать.